Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Вопрос ваш достаточно объемный по тексту, поэтому, пожалуй, я не буду читать его весь. Скажу просто в общих чертах, что значит, вы пишете, что познакомились с мужчиной, которому 35 лет, вам 30, вот, полтора месяца где-то с ним встречались нечасто из-за загруженности. После первой встречи он хотел увидеться на следующий день, заехал за мной и поехали кататься по городу. Вот. Вы описываете его знаки внимания, вот, и что он вам говорит, вот, правда. То, что предыдущие девушки у него что-то просили, а вы нет. Объятия, поцелуи, вот. Значит, и вот вы говорите о том, что он вам на уши напел, как я ему нравлюсь. Дальше вы говорите, что после того, как сказали ему о сексе, вот, потому что не можете вот так на втором свидании. Вот, он якобы согласился, говорите вы. Почему якобы? И дальше вы пишете, думаю, посмотрю на его дальнейшие действия. Вот. Тут тоже вот бросается в глаза, что вы как будто больше на его действия смотрите. Пытаетесь смотреть. Не на свои действия, да, не на свое поведение, а на его больше. Ну вот, значит, и соответственно вы с одной стороны, как будто бы и понимающе, эмпатично, что вы стараетесь его понять. С одной стороны. Но с другой стороны, как будто бы вы постоянно ответственность за то, как выстраиваются отношения мужчины, перекладывайте на него, по крайней мере, такое впечатление сложилось у меня после того, как я прочитал ваш текст. И вы говорите, что мужчина не уверен в себе, как будто бы опасается свою маму, вот, то есть, ну, как я понял, не хочет вас с ней знакомить, вот. И сейчас вы говорите, что он занимается экстремальными видами спорта, получил травму, вот, сломал ногу, вот, и он, значит, ну, ему плюс нужно там строить дом, вот, как вы говорите, ему нужно строить дом, и, соответственно, вы с ним почти перестали общаться сейчас. И вот мне интересно,
в этой ситуации вы говорите, не совсем понимаю, ждать его или нет. А навязываться, вы говорите, что, ну, навязываться ему вы не хотите. Вот. И, в принципе, вас можно в этом смысле понять. То, что вы не хотите навязываться. Но вы можете, на мой взгляд, ну, тогда, да, как бы, так и, ну, так и не определиться с тем, что вам нужно, и чего вам хочется. А определиться вам нужно, как нужно постараться больше полагаться на себя. Вы, например, говорите о некоторых своих действиях, ну, в отношении, вот, ну, мужчину. И хотелось бы, чтобы вы подумали, насколько эти действия, ваши действия, насколько они скажем так, ну, были от души. Вот я бы, наверное, так сказал. Да? Потому что если они, ну, ваши действия, не совсем от души, да? Если ваши действия не совсем так скажем, искренне, то мы имеем проблемы. И проблемы достаточно, как мне кажется, серьезно. Вот. Потому что мы имеем историю, при которой вы все время, ну, или почти все время действуете с некоторым, так скажем, ожиданием. Вот. С некоторым ожиданием. Какого-то поведения стороны мужчины. Вот. При этом свою позицию вам выразить достаточно сложно. То есть вы вроде бы и человеку
отказываете в сексе, когда вам, например, вот, кажется, что это идет, ну, условно говоря, не по вашему, да, то есть как бы, вроде бы вы это все делаете, вроде бы, вот. Но как будто бы тоже не уверен. Вот. Ну, не нравится вам, к примеру, ну, поведение человека, допустим. Или вы видите, что он там слишком зависит от своей мамы. К примеру, да. И вам необходимо сразу для себя выявить, как вы к этому относитесь. Потому что если вы не будете к этому выражать своего отношения, то будут такие вот проблемы, что человек, с одной стороны, будет создавать ощущение, что он вами пользуется, вот. Ну, с одной стороны. А с другой стороны, как бы не будет брать ответственность за отношения с вами. Вот. И как бы чего хорошего в таком случае здесь. Вы сами вот будете страдать, как страдаете сейчас. Да? Ну и, наконец, последнее, на что хотелось бы обратить ваше внимание, последний аспект, это то, что вы говорите про свои мысли, ну, то есть, вы говорите про то, что у вас мысли периодически вот накрывают, вот. Что это за мысли, которые вот вам приходит в голову? Что это за мысли? Ну, какие это мысли? А, да, вот. Просто попробуйте позадавать себе этот вопрос. Вот. И почему так сложно вам получается отвлекаться, почему так сложно отвлекаться вам, вот, означает ли это,
что вам не совсем интересно то, что вы делаете. И одна из ваших основных целей – это построить отношения. Допустим. Вот. С этим нужно разобраться. Как мне кажется. Вот как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена.